Всем привет! Делал я обзор уже на Cold Steel Taipan FGX. Ну и как бы все мы знаем, что у пластиковых ножей от этой компании нет ножен. Реализовал я ножны. Не совсем так, как хотел изначально. Хотел, чтобы они не звенели совсем. Но вот эта часть, как оно там называется? Как же это называется, это ерунда. Сейчас, это пукля. Пуговица пукля. Вот. Пластиковых прочных я не нашел. Вот. Поэтому пришлось поставить металлическую. Ну, это с прицелом, как бы, получится найти что-то нормальное, чтобы нож остался не звенящим, как бы, элементарно заменяется. Ну, в общем, вот такие вот ножны. Из грубой кожи, толстой, выполнена. Вопрос переноски в моем случае как бы решен данного ножа. Ну и здесь сделана петелька под шнурок, чтобы просто там на паракорд привязать его к ноге. Сидит плотно. Весит немного. Ну и добавлен кожаный шнурочек так для антуража. Всем пока.